Под покровом ночи. Югорский тракт практически готов. Работы по устранению колейности выполнены почти на 90%. Чтобы не мешать жителям, дорожники выходят на объект после 8 вечера. Много ли удается сделать за смену? Сколько прослужит обновленное полотно и кто наблюдает за качеством укладки? Расскажет Татьяна Расторгуева. Под желтый свет фонарей 16 специалистов бригады «Автодорстрой» ремонтируют дорожное полотно на Югорском тракте. Смена длится 12 часов с 8 утра до 8 вечера. За это время рабочие успевают уложить до 800 метров асфальта по всей ширине магистрали. Очень простая технология. Закрывается место производства работ. Знаками огораживаемся, конусами, чтобы никто не проскакивал. Начинается чистка основания от пыли, от грязи, механизированным способом. Потом проливается битумная эмульсия БК-1. Ждем до распада. И все, начинаем укладку асфальтобетонной смеси. Очень простая технология. Асфальтобетонная смесь ШМА-16 укладывается где-то 6 сантиметров толщина слоя. Работы на Югорском тракте начались 2 июня. Сегодня ремонт полотна выполнен почти на 90%. Меняют покрытие только ночью, так как в остальное время суток возможности перекрыть магистраль нет. Загруженность слишком высокая. Это не единственный участок в Сургуте, куда дорожники выходят после 8 вечера. Ликвидация колейности на площади 63 тысячи квадратных метров. Ремонтные работы по Югорскому тракту, по улице Привокзальной, по улице Крылова, по улице Щепеткина. Внутриквартальные проезды будут производиться в первую смену, ремонт внутриквартальных проездов. К слову, гарантия на выполненные работы действует 5 лет. Если за этот срок на асфальте появятся дефекты, то подрядчик обязан будет восстановить покрытие за свой счет. Поэтому сами стараемся соблюдать все технологии, чтобы не рушить, потому что гарантия на самим же потом делают. ШМА-16 – это на полимерно-битумных вяжущих ПБВС. Он служит долго, и вот именно полимеры, которые добавляются на асфальт, она дает срок службы асфальта большой. За качеством выполнения работы следят и общественники. Я сам автомобилист, и я думаю, каждый житель нашего города хочет комфортно передвигаться по дорогам, попадая в ту или иную точку. Не зря, наверное, оценка качества автомобильных дорог входит во многие рейтинги привлекательности городов. И поэтому общественный совет совместно с администрацией города обращает внимание, следит и мониторит за качеством проведения. Отметим, что в этом сезоне на ремонт дорог в Сургуте в общей сложности потратят более 900 миллионов рублей. Работы на всех запланированных участках планируют завершить до октября. Татьяна Расторгуева, Валерия Кудрявцева, Сергей Кондаков, Сургут 24.